Не пить, не сорить, не курить. Таблички, запрещающие дымить, появляются на детских площадках в Ленинском районе Самары. Общественный совет микрорайона Мичуринский озаботился воспитанием подрастающего поколения. Жители уверены, если зачеркнутая сигарета будет перед глазами ребенка, начиная с детства, он и близко не подойдет к никотиновой палочке. Ребенок, когда выходит во двор, когда он сталкивается вот с такой формой воспитания, как запрет курения или еще что-то, вот единственный, по-моему, человечек, который воспринимает это вот сейчас серьезно, так вот, это ребенок, это малыш. Вот увидев такую табличку, что на детской площадке нельзя курить, я думаю, что его опыт этот будет на всю оставшуюся жизнь. Положительный пример для подрастающего поколения и родители. Взрослые поддерживают чистоту на площадке, сажают цветы и вообще хотят, чтобы их родной двор был образцово-показательным. Вот этот угол, это как бы вход во двор. Он, по нему можно судить, хорош двор или плохой. Вот если бы здесь была земля, я бы лично посадила травку, свою травку посадила бы. Да? Я думаю, что контакт с компанией у нас сохранится, и мы будем вместе делать добрые дела. Вместе со своей управляющей компанией жители продолжат приводить территорию в порядок. Начало уже положено. До конца лета такие таблички появятся еще в 25 дворах Ленинского района Самары. Даже вменяемый человек, он может чисто автоматически, проходя мимо, не заметить, что он идет по детской площадке по территории. А здесь как бы мы сделали их такими выразительными, красными. То есть человек даже вменяемый, он обратит внимание при входе на детскую площадку. Предложения инициативных жителей власти не только слышат, но и поддерживают. Совместная работа дает хорошие результаты. Реформа местного самоуправления как раз направлена на то, чтобы в регионе была сформирована команда созидания на выборах 13 сентября, которая будет реализовывать инициативы общественности. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.